жарили, кого еще, да? Я думаю, что каждый человек осознает, что сегодня у нас день рождения легендарной звезды. Человека, я не знаю, для меня это просто такая монументальная личность. Это Курт Кобейн. Человек, который, скажем так, я буду говорить своими словами, папа гранжа. Если кто не знает, что такое гранж, я могу рассказать гранж, что такое гранж. Все знают, да? Чудесно. Вот, я думаю, для того, чтобы ваши уши сразу не устали, мы будем потихонечку, да? Потихонечку раскачивать звук. Вот, и надеюсь, что сегодня каждый услышит ту песню, ради которой он сюда пришел. Но прежде всего хочу сказать, что отталкивался я от того, на что я способен, потому что многие песни мы играем в оригинальных тональностях. То есть я не хотел менять тональности. Вот. И могу сказать, что у Курта очень высокий вокал, то есть он тенор, мало того, он мог использовать драйв и переключать как расщепление, так и чистым вокалом петь. Все очень просто. Ой, холл пошел. Как интересно. Еще раз добрый вечер. Дело, господа, давайте как-то... Спасибо большое. Потому что, честно, я как бы привык работать в пустые ворота. Тогда, когда ты смотришь, а там в зале вот просто пришло пара человек, да, для того, чтобы попить пивка. Надеюсь, вы знаете, зачем вы сегодня пришли. Так, первая песня у вас получается. What else could I say?
А можно немножко жидкости, потому что горло иногда сохнет. Все забрали свои стихи. Я думаю, многие знают такую песенку, которая называется «In Bloom». Да? Кто знает? Вот, чудесно. Вот, я думаю, не стоит рассказывать историю всех песен, потому что каждая из этих песен, на самом деле, это хитяра просто. Я не знаю, какую песню можно взять и сказать вот так вот просто, да, обсудить и сказать, вот, эта песня на что-то другое похожа, да, ну, то есть, Курт Кобейн, наверное, где-то что-то воровал. На самом деле, каждый музыкант, я думаю, каждый музыкант, который вышел и выбился на большую сцену, он что-то подчеркивал и черпал из других источников. Также и эта песня «In Bloom» была подчеркнута и написана, не знаю, на одном дыхании, скорее всего. Потому что, ну, многие люди оценивают его песни как стёб. На самом деле стёба там вообще никакого нету. Этот человек, ну, на протяжении долгого времени просто сидел и рассуждал наедине с собой. Об этом даже говорил его барабанщик Дэйв Гроу. Он говорил, что Курт умеет молчать. Но о чем он молчит, до сих пор никто не может знать. Yeah.
Окей. Ну, я не знаю. Зараз буде гарна пісенька про м'ятний чай. Ви знаєте цю пісеньку про м'ятний чай? Everyone